Привет всем, ребят, с вами PlayGame.ru. Ну и сегодня, ребят, мы посмотрим игрушку Evil Moon 2. Вышла уже вторая часть 6 декабря, то есть позавчера. Сегодня 8, да. Так, ух ты ж, начало, в принципе, уже неплохое, бета 0.9.7. Захожу в нее в первый раз, я скачал вчера, но еще не заходил. Решил зайти тогда, когда видосик начнется. Так. Играть. Ух ты ж, режим игры обучения. Выделить объекты. Высокое качество. Субтитры пропустить вступление. Темнее. Правила игры. Враги вас не видят. Во время игры будет показываться реклама. Угу. Так, давайте-ка я выключу лучше интернет. Все. Да, я выключил. Все нормально, так. Угу. Легко. Ага. Так. Враги медленные. Враги плохо слышат. Живун ловит вас, но не зовет хозяйку. Стоп. Он кусает вас и зовет СМ. Давайте-ка попробуем на легко. Интернейм. О. Ник можно написать. Давайте-ка, я не знаю, что-нибудь напишу. Только по-английски. Вот, сделаем, пожалуй, вот так вот. С уважением. Ну, окей, ребят, все. Поехали. Начать. Низкая производительность. Нет, не надо, спасибо. А почему не загружается? Так, стоп, давайте-ка. А что? Обучение. Выделить. Что надо сделать? Стоп. Я что-то не пойму. Так, ребят, давайте-ка я подложу, когда уже разберусь тут как чё. Все, ребята, начал играть уже. Нажал только сейчас. Я, короче, перезагрузил игру и только сейчас получилось. Так. Сейчас что-то. О, да. Угу. Систер Мадалина. Что еще, что это? Это типа монахиня. Угу. Сделали, говорит, ребят, довольно-таки неплохо. Да. Хоть графики не самое лучшее, но все-таки это неплохо. Так. Так, что-то услышала, да. Так, что она сейчас делает, будет интересно. Так, что-то задумала. Открывает дверь. Так, стоп, мы играем за ребенка, что ли? Будем играть. Или чё? О! Лё! Смотрите, какие жирные. Куриц какой-то. Еще какая-то хрень спала. Да. Угу. Понятно.
Так, ну, тут, я так понял, теперь не одна монахиня, а тут их несколько. То есть, монахиня и часть оружия. Так, уля какого. Для взаимодействия подойдите. То есть, тут монахиня и еще вот эти вот какие-то две курицы. Это что-то ухлетающая хрень еще. Так. Ну, графика, в принципе, такая же, как и в первой части. Не будите их. А, как мне? А как мне пройти, можно спрятаться здесь? Так, ну и чё? Это ж жабатина, вам нужно сбежать из школы. Ну, в принципе, это логично. То, что нам надо сбежать, точнее, да. Подсказки, что там, по подсказкам чисто. А что ты хочешь? Алё. Да, это, кстати, как понимаем, то, что мы играем за девку. Улетит. Так, ковер. У, спуститься. Конечно, спуститься. Мне тут нравится, тут... как сказать, когда, типа, вот такие вот... Вот надо нажимать, допустим, подняться, да, типа, вот такая вот, как видео, что ли, там, типа... Прикольно это сделано. О, создать оружие. Да не пистолет, требуется сборка деталей. Вводить в этот туннель, чтобы начать главу «Война». Так, угу, хорошо. Поскольку вы играете Джима Призрака, рука появится через 5 секунд. Угу, понимаю. Так. Я так понимаю, надо забрать тут хай. Так, что? Угу. Я так понимаю, что-то еще надо для пистолета. Только, знаете ли, для пестика это очень такой большой пистолет. Это какой-то уже даже не пистолет, а какой-то как автомат, что ли. Так, что тут у нас? О, часть оружия. О, нормально. Вы собрали две детали, яйцемет готов. Только где яйца взять? Прорезать. Решетка. Не хватает силы, чтобы увеличить зазор. Так, а это что? Так, вводить нужно, чтобы начать главу химического эксперимента. Давайте-ка сюда зайдем. Так, что тут у нас? Это война. Выбора нет, надо избавиться от этих кул-мутантов. В принципе, логично, то, что надо от них избавиться. Так, и куда это мы ползем? Куда? Так, это, по-моему, где-то. Люк. Сломали. Сломали. Да, прикольно. Так, привычка уже в три пальца играю. Так, стоп. Сейчас надо подумать, куда нам надо идти. Это, куда это ведется? Вот люк еще один, я так понимаю, да? Люк, куда он только идет? Туда на выход. Ага, понимаю. Так, ладно, да. Пойдем, пожалуй, куда-нибудь прогуляемся по местности. Так, это вот сортиры, туалеты, то есть, да. А, так. Так, что тут у нас? У нас тут еще туалет, это камера. Один тубзик перевернутый. Так, тут тоже люки. Так, давайте посмотрим, куда они ведут. Сделаю чуть-чуть вот так вот. Вот. 10 минут видео уже идет нормально. Ребята, кстати, я хочу кое-что вам сказать. Давайте, вот подлагивающий, до Нового года добьем 190 подписчиков. Хотя бы. По-моему, мне ГГ. Он пойдет, ему интересно? Нет, худеть надо. Да. Подлагивает ее.
Ля какой важник курица. Подожди, пусти меня, ёпта. Так, ага, так, что тут, тут, что тут? А, отсюда мы вылезли. Ну да, понятно. Давайте-ка пойдем на второй этаж. Посмотрим, что тут у нас. Второй этаж, да. Ну, блин, кстати, честно говоря, дом очень огромный. И это очень хорошо. Так что тут у нас... На этой фотографии есть только имя. И ему, его трудновато прочесть. Лиза, кажется, мне уже доводилось увидеть эту девочку. Понятно. Так, что тут? Шкаф. Да, не нафиг надо. Так, а это открывается? Это не открывается, это закрыто. Дверь. Письменный стол. Нет. А, не открывается. Вот хорошая нычка телефона ныкать. Блин, тут что-то чувствительность такая большая, нет? Чувствительность маленькая, я делаю вот так, хотя я люблю на быстрой чувствительности. Блин, чуть побыстрее. Делаю вот так. Такая же, по-моему, да? Нет, чуть-чуть другая, ну ладно. Чуть-чуть подлагивает, блин. Так, куда нам надо? Нам надо сюда, да? Шкафчик, шкафчик, о, прошакает, не надо. Так, что тут у нас? Кстати, ребят, если что, ссылочка на игру будет в описании. Я скину на Play Market, возможно, ее. Или вы можете ее найти, наверное, в описании. Ой, в описании вы найдете, короче, название игры. Хотя, в принципе, я и сейчас могу сказать. Это есть еще Evil Moon 2. Есть Evil Moon просто, а есть Evil Moon 2, вот она, в которую мы сейчас играем. Так, что тут? Ага. Так, ребят, давайте-ка сделаем так. Напишите мне в комментарии, начать ли мне проходить эту игрушку на сложной этой... Типа, не скорости, а... Ну, типа, на уровне, на сложность игры, то есть уровень сложности. Если да, то плюсы в комментарии. Так, ну, понятно. Ну, как всегда, до этого момента никто не досмотрел, так что... Ладно. Так, давайте-ка пойдем в другое место. Это что, МР? Это... Что там? Мозер П... Модзер П какая-то. Ну, ладно. Фиг понял. Так, а тут что? СМ. 10-14. Да, блин, меня дверь прищемило. Понимаю. Угу. Так, что... О-о-о-о. Блин, довольно-таки очень много всяких комнат. Само здание огромное, или это же школа, наверное, скорее всего, да, это школа. В принципе, тут очень дофига комнат есть, где походить, посмотреть там как чё. И это довольно-таки хорошо. Так, что тут? Какая-то комната, дверь заложена. Дверью, по-моему, или шкафчиком. А дверью. Что-то такое, короче, тут у нас еще одна комната. Ну ладно, понимаю. Блин, довольно-таки много тут всяких комнат, и за одно видео, возможно, я даже не управлюсь, да. Скорее всего, так. Потому что реально много комнат, не... все не посмотреть, возможно. Так, стоп. Я заблудился, куда тут надо идти? Бабка. Где лестница? Додова. Что тут? Давай. Важней курицы. Так. Ну, проходить я сейчас не буду, естественно, потому что, ну, зачем? Да, видео, конечно, очень большое. 15 или 16 минут будет идти. Пухляш. О, стоп, куда он побежал? Давай за ним побежим. Стой, открой дверь. Лё, ты крыса.
куда-то убежал. Так это что так? Это только. Ну да. Скорее всего так. Открывается? Нет, не открывается. Тут в основном люки, я заметил, чисто в туалеты. Тут, по-моему, 2 или 3 туалета. Блин, даже не знаю, куда пойти. Похрен, давайте пойдем сюда. В принципе, туда, откуда мы вылезли. Угу. Так. Давайте-ка пойдем теперь в другую этот комнату. А, вот все. Сюда пойдем. Посмотрим, что тут-то есть у нас. О, улица. Да ты что? Что ты говоришь? Да. О. Пролезть можно. А теперь за это время надо залезть, да? О, я успел, все. Нормально. Так, давайте-ка сейчас оттуда еще уберем ветки. Все, нормально, нормально. Пролезли. Это. Стоп, что это? Что это такое? Предохранитель. Вы отключили 1 из 4 рубильников. Так, подожди, что надо рубить? Нет, ну блин, так дело не пойдет, ё-мо. Нахрена их открубать? Отключать. Ну ладно, повыключаем, что. Нетрудно, в принципе. Все, последнее осталось. Ах, а... Ну блин, открывайся, ёпта. Нужен ключ. Жирный, двинься. Ой, ё-моё, что так лагает. В принципе, стоп. Хоть игрушки и в бета-тестировании, по-моему, или нет уже, но... Скажу впечатление об игрушке, то, что игрушка неплохая. В принципе, когда скучно, можно поиграть мне. О, какая-то хрень. Ну, что-то тут в этот момент напомнил Грэнни. Дверь. Поставим, да, классно положили. Найс. О, побежал, все, побежал. Аккумулятор. Присоединен к кабелям. Угу. Блин. Угу. О, еще две. Так, это что такое? Почва. Голые руки тут не помогут. А, лопат надо. Ну ладно, фиг с ним. А, я типа спрятался, да? Угу, понимаю. Понимаю. Ну ладно, фиг с ним. Ладно, в принципе, пойдем куда-нибудь туда в дом. Ну, в принципе, ребят, вот, весь обзорчик на игрушку Exomon 2. Если хотите продолжение, то напишите мне в комментарии. Только я сниму уже не обзорчик, типа там по локациям, по комнатам, а прохождение самой игры, да. Ну, в принципе, да, вот, все. На этом, ребят, наш видеоролик подходит к концу. Давайте добьем 190 подписчиков до Нового года, ребят. Если вот вы это сделаете, то я буду довольно-таки рад. Ну и всем спасибо, ребята, за просмотр. Всем пока и удачи. До новых встреч.